Это бокал не для белого вина, но ничего. Знаете, что самое грустное во всей этой истории? За окном сейчас совершенно роскошный золотой час. Все окутано теплым желтым солнечным светом. Но мы с вами не увидим ничего из этого, потому что наш дом находится на другой стороне. Здесь красивые рассветы, но совершенно непримечательные закаты. Как же я рада видеть вас снова. Друзья, добро пожаловать обратно. Недавно я покрасила волосы в гораздо более темный оттенок, чем мне хотелось бы, и мне придется терпеть его некоторое время, но это ничего. Знаете почему? Потому что я живу в деревне, и меня никто не видит здесь. Вы даже представить себе не можете, как долго я пыталась сформулировать это видео в своей голове, хотя бы понять, с чего я могу начать, потому что у меня выходила пара влогов за это время, за это лето, но у меня такое ощущение, что так тесно, один на один, мы с вами толком ни разу не разговаривали. Поэтому хочу немножечко ввести вас в курс дела с помощью этого видео, показать вам, где я была, где я нахожусь сейчас и куда я планирую двигаться дальше. Мы вернулись, и я обнаружила себя в этом прекрасном доме, самом гостеприимном доме на земле. Это очень приятно после всех разъездов, отъездов и приездов просто вернуться к какой-то обычной рутине. Мы пробудем здесь некоторое время, потому что мои родители улетели в отпуск. Они улетели отдыхать и попросили нас присмотреть, во-первых, за своими владениями, во-вторых, конечно же, за бабушкой. Так что мы обосновались, чувствуем себя как дома. Если подумать, первый раз в жизни я оказалась здесь сейчас без присутствия родителей. Если что, это не тот дом, в котором я выросла. Он появился у нас значительно позже, когда мне было, наверное, 17-18 лет, и на тот момент я уже съехала от родителей. Поэтому я никогда полноценно не жила здесь, наверное, дольше одной недели. Так вот, сейчас у меня появилась возможность действительно представить, что это мой дом, не только со всеми бонусами и плюшками, которые он обычно предоставляет, но и со всей ответственностью и трудами, которых он определенно требует. Скажу вам так, здесь некогда скучать, здесь всегда есть и всегда найдется какая-то работа, которая должна быть сделана. Тем не менее, мне очень нравится примерять на себя роль женщины, живущей вне города. Это то, чего я определенно хочу через энное количество лет. Еще я хочу козленка. Наверное, немногие из вас знают о том, что я безумно люблю коз. Каждый раз, когда я вижу маленького козленочка, я просто... Я схожу с ума, это одна моя маленькая мечта. Господи, ребят, если честно, за это время я так соскучилась по скуке. Я так соскучилась по пустоте, потому что я, как выяснилось, совершенно не умею жить в режиме гоу-гоу-гоу. Это та мышца, которая у меня абсолютно не натренирована, потому что я безумно медленно обрабатываю информацию, вообще по жизни. Кое-что новое, что я узнала о себе за это время, когда моя жизнь перенаполнена событиями и впечатлениями, у меня нет вдохновения от слова совсем. Возможно, это странно, но я поняла, что все мои идеи и задумки, они всегда рождаются в скуке. И как только моя жизнь становится настолько насыщенной, что я не успеваю анализировать, не успеваю скучать, не успеваю проводить время наедине со своими мыслями, я превращаюсь просто в безумный цветок. Я не знаю, я надеюсь, вы можете видеть мои глаза за этой кепкой, но я не вымыла волосы сегодня. Это то, что мы не делаем здесь, не каждый день. Вообще, в последнее время я переживала довольно странное осознание. Как только мы вернулись, я до того скучала по своей квартире в Петербурге, по своему быту, по своим вещам, к которым я определенно была очень сильно привязана, что я буквально хотела плакать. Наверное, от осознания того, что я не могу найти себе место, я не понимаю, куда себя применить. И несмотря на то, что здесь есть квартира Ильяса и есть этот дом, но я как будто бы нигде не до конца хозяйка. Как бы везде и как бы нигде. Оказалось, что это очень важно для меня, как для женщины. Какое-то время меня почему-то не покидало ощущение, словно не я живу в пространстве, а пространство существует вокруг меня, и я не могу влиять ровным счетом ни на что. Но прошло время, я очень много размышляла над этим, и я поняла, насколько глупо и нелепо так сильно привязываться и ассоциировать себя с неодушевленными предметами. Это тот урок, который я определенно прохожу сейчас, потому что вещи — это просто вещи. И тут уже встает очень большой вопрос на тему, владеешь ты ими или владеют они тобой. И в какой-то момент я просто должна была открыть глаза, буквально насильно открыть себе глаза и увидеть, что все, что я люблю, все самое хрупкое и самое ценное, чем я дорожу, оно находится буквально сейчас, прямо перед моим носом. Мой ребенок, моя собака, мой любимый человек, мои родители, моя бабушка, которая все еще здесь. Абсолютно ничто другое
ни в какой мере не стоит моих цепляний и уж точно оплакиваний. С одной стороны, это очевидно, с другой стороны, тебе иногда приходится напоминать себе об этом. Знаете, я только сейчас почему-то начинаю очень четко и реально осязать идею нашей общей небессмертности, как меня, так и моих близких. И на самом деле это очень тяжелое и тревожное осознание, которое рано или поздно накатывает, наверное, на каждого из нас, и пока ты не переживешь и полностью не примешь его, оно не отступит. Кстати, если что, я в порядке. Мои близкие, мои родители тоже в полном порядке. Более того, они сейчас проводят, я надеюсь, лучшее время в своей жизни в отпуске. Они не были в отпуске очень много лет. Я безумно рада за них. Это просто та догма, которая в последнее время крутится в моей голове, и как будто бы вся вселенная каждый божий день напоминает мне об этом. Поэтому, знаете, в какой-то момент я просто забила на то, что где-то там меня ждет какая-то квартира и какой-то старый уклад быта. И попыталась освободить себя от этих собственных моих стереотипов упорядоченности жизни. То, какой она должна быть. Я не шучу, в этот момент я, наверное, первый раз за все время увидела, какое бескрайнее небо над моей головой. Какая вокруг меня энергия любви и теплоты и близости самых родных друг другу людей. Видела, как моя дочь увлечена каждый день, занимаясь с лошадью, и как счастлива моя собака не гуляет два раза в день по грязным проспектам, а просто резвится на траве с утра до вечера. И, я не знаю, в этот момент мне стало так тепло и хорошо, и меня просто отпустило. Если подумать, весь опыт нашей поездки, помимо этой истории, научил меня держаться подальше от потребления и жить более просто, более приземленно. Вообще, я имела возможность посмотреть на себя в других реалиях и при других обстоятельствах, понаблюдать за тем, как я буду раскрываться, поставь меня в те или иные условия. И, если честно, далеко не все мне понравилось, поэтому у меня была возможность задуматься над тем, знаю ли я себя вообще, каким человеком я думала, что я являюсь, и каким человеком я хочу быть в ближайшем будущем. Но это уже гораздо более глубинная история, там много работы, ребята. На другой ноте, как только мы вернулись, как только мы прилетели, мои родители решили устроить нашу ежегодную Маргарита-вечеринку. Мы пригласили всех старых друзей, и это было несравненно. Как оказалось, глобальная семейная подготовка к мероприятию, которая на самом деле требует времени и сил, она нравится нам куда больше самого действа. Весь вечер накануне мы украшали участок, я готовила чили, пекла лепешки, а мама с папой доделывали какие-то свои проекты. Например, у нас есть новая часть участка, которую мы в шутку прозвали стеной. Теперь каждый раз, когда папа идет туда работать и делать что-то, мы говорим: Джон снова пошел на стену. Они доделывали что-то там, мы развешивали гирлянды, украшения, слушали музыку. Это была как маленькая отдельная вечеринка только для нас, только для нашей семьи. Это как родной здесь стал. Что он делает? Красит стены? Да. Мы красим розы в красный цвет, у нас другого выхода нет. Вот крашу я заборы, чтоб тунеядцы мне прослыть. У нас очень разное детство было. А у них красная королева. А у нас надо, чтобы все красное было. У нас Вовка в стране чудесный, что там это, и там царь. Нет, Лен, у тебя лучше, Том Сойер это оборванец. Он хотел это делать, Лен. Лена. Нет, он делал, Лена, и говорил, Лена, как ему нравится. Том Сойер – это оборванец, а ты-то царь, ну, королевна. Дейенерис Таргариен, неопалимая. А вот ее дракон. На следующий день приехали все гости, и началось веселье номер два. Я совсем не похожа на мексиканку. Да, ты. Но у нас нет небольшой выбор мексиканских шляп, поэтому... Да. Хоть что-то. Да. Ух ты, грустят. О, боже. Каждый раз одна и та же. О, мой бог. Мы в одном стиле сегодня. Я достаточно по-мексикански. Мы кто угодно, но не мексиканцы. Посмотри на нас. Я не пью текилу. А? Я не пью текилу. Вчера мы убили весь вечер на то, чтобы приготовить эти мексиканские лепешки с кукурузной муки. Привет! Это прекрасно. Так, это стол welcome drinks, но почему здесь лук? Автоматически делают вечеринку мексиканской. Лук, наличие лука.
Вам придется покупать песо, чтобы расплатить себе коктейль. А есть песо? На самом деле, да, это те редкие ценные моменты на сегодняшний день, когда я встречаю людей, в окружении которых я выросла и которые видели меня вот с такого возраста. Но на данный момент мы здесь одни. Я потихонечку вырабатываю для себя какую-то рутину, которая мне действительно нравится. Наилучший, наверное, момент заключается в том, что все, к чему мы так стремимся и тянемся в городе, доступно здесь просто так. У нас есть прекрасная, свежая, чистая фермерская еда, прогулки, тренировки, любой досуг на свежем воздухе. Хочешь полюбоваться закатом у озера? Пожалуйста, все к твоим услугам. В какой-то степени я чувствую себя на ретрите, и мне приходится напоминать себе каждый день о том, что люди зачастую платят большие деньги за то, чтобы хотя бы на выходные оказаться там, где я имею великолепную возможность оказаться бесплатно. Я много гуляю и читаю на свежем воздухе, по вечерам мы с Ильясом вытаскиваем мангал и готовим какую-нибудь вкуснятину. Каждое утро или хотя бы через утро я стараюсь заниматься, и здесь не то, чтобы не нужна студия и не нужен какой-то зал, здесь его даже не хочется. И это не то, что расстилать коврик, знаете, в маленькой душной квартире. В моем распоряжении вся территория дома. Вы знаете, что в последнее время я явно не нахожусь в фазе своих супер-пупер занятий спортом, как это было раньше. Я уверена, что рано или поздно я вернусь к ней. Но пока мы здесь. Я стараюсь лишний раз не давить на себя и выбирать то, что мне действительно комфортно. Еще с 21 года я начала заниматься с FitStars и продолжаю по сей день, потому что так функционирует мой мозг. Если что-то работает, я просто буду продолжать это делать. И мне нравится, что я могу появляться на коврике независимо от погоды или каких-то других внешних факторов. Я просто нахожу самый удобный для себя уголок дома или двора и, знаете, начинаю свою маленькую тренировку. Плюс каждое утро мне не приходится думать о том, над какой группой мышц и каким образом мне нужно работать сегодня. Я просто не трачу на это время. При этом, если мне становится скучно, в моем распоряжении более 190 программ, из которых я могу выбирать. Тренировки длятся от 7 до 30 минут, без дополнительного оборудования, по совершенно различным направлениям. Это и похудение, растяжка, йога, танцы, пилатес и многое-многое другое. И мне максимально комфортен вот этот вариант. Смотри, повторяю, он самый удобный для меня. Я просто вывожу изображение на телевизор или на свой ноутбук. Если мне лень, я могу просто заниматься с телефона. Кстати, спешу напомнить вам, что подписка на всеми любимый доступ навсегда с 1 сентября станет дороже. Август — это последний месяц, когда вы можете приобрести безлимит навсегда по старой цене. Платформа развивается действительно стремительными темпами, и это здорово, я очень рада за ребят, но нам с вами нужно держать нос по ветру. Поэтому обязательно успевайте оформить выгодные предложения по старой цене. Мой промокод Вострикова даст вам 70% скидки на безлимит навсегда. Также помимо скидки вам доступна рассрочка на 6 месяцев. Также, ребята, вы можете поучаствовать в новом, очень приятном социальном проекте, который называется «Лес FitStars». Каждый, кто оформит безлимит, может посадить свое дерево в лесу FitStars. Для этого нужно выполнить 100 тренировок. Не так много по общей шкале. А дело действительно хорошее. Ребята уже высадили первые деревья благодаря подписчикам, которые активно тренируются. Все подробные условия акции на сайте, ссылка на сайт в описании. Мой промокод тоже будет ждать вас в описании, поэтому переходите, знакомьтесь и делайте свои выводы, принимайте свои решения. Потому что это моя карьера на этом построена. Знаете, как мы поступим? Я вернусь к вам буквально через мгновение, потому что нам уже нужно вывести Кёшу на прогулку, и тогда по возвращению мы сможем продолжить наш маленький разговор в спокойной обстановке. Оу, мне кажется, я выгляжу уставшей. Хотя, знаете, мне кажется, нам всем давно пора перестать обращать такое пристальное внимание на то, как мы выглядим. Итак, поскольку это все-таки вино и стиль, тот формат видео, в котором я предпочитаю делиться своими фаворитами, я все-таки не хочу оставлять вас только со своими демагогиями и рассуждениями о жизни, поэтому мы поговорим несколько более предметно. Будет одежда в кои-то веки, музыка и книги, все, что я смогла вспомнить. Но начать я хочу, наверное, с чего-то не совсем осязаемого.
Я снова начала писать свои утренние страницы или страницы просто. В поездках я, наверное, по большей части конспектировала свои наблюдения, как за внешним миром, так и за внутренним. На самом деле все началось, когда мы сели в автобус на пути в Коломбо. С нами рядом сидел молодой человек, явно путешественник, у которого были некоторые проблемы с билетом. И у него при себе даже не оказалось телефона, чтобы позвонить в транспортную компанию и как-то уладить этот вопрос. По итогу ему, конечно, одолжили телефон, и все разрешилось, но еще какое-то время я продолжала наблюдать за ним. И в какой-то момент он достал блокнот и ручку и что-то очень долго писал. Мы уже никогда не узнаем, что. Мы с Ильясом еще какое-то время говорили об этом и пришли к выводу о том, что это очень вдохновляет нас на свои собственные записи. Записи того опыта, который мы переживаем в данный момент. Потому что мы все так привыкли ехать в автобусе в наушниках или просматривая какие-то видео. Но уж точно не конспектируя то, что произошло с нами. Наша рука связана с нашим мозгом. И это не то же самое, что, знаете, строчить заметки в телефоне. Такая писанина, казалось бы, бездумная. Это на самом деле отличный способ помочь своему мозгу разложить по полочкам всю действительность. Вытащить наружу то, что беспокоит тебя, как будто бы отделить зерна от плевел. Я заметила и другую интересную особенность. Когда я пишу, это очень помогает мне расширить поле для обсуждения с людьми. Я понимаю, что сейчас, если кто-то спросит меня, как ты съездила, я уже не смогу ответить, было весело, я видела слонов, потому что у меня есть целый перечень вещей, на которые я обратила свое пристальное внимание. То, что зацепило меня, что я переживала в этот момент. У меня есть записи, опираясь на которые я, например, придумываю темы для обсуждения в своих следующих роликах. Поэтому, поверьте, страницы, написанные вами, никогда не пройдут бесследно. Я искренне верю, что это то, что действительно поможет любому человеку, который нуждается в раскрытии своего творческого потенциала или, скажем, в неком толчке после стагнации, которую я определенно испытывала в тот момент. Вообще сейчас очень странное время, и зачастую мне начинает казаться, что наше поколение не готово, и оно не понимает, как обрабатывать всю информацию, все события, которые происходят в мире каждый день. Это действительно сложно, и важно говорить об этом с кем-то, пусть даже с самим собой. Я должна сходить за своими книгами. Говоря о книгах, это то, чего мне больше всего не хватало. Я помню, как в последний момент я выложила книгу из чемодана, потому что мне показалось, что это не первостепенное, и лучше я возьму еще один дополнительный свитшот. Большая ошибка, огромная. Если хотите знать, свитшот мне так и не понадобился. Мне нравится читать по две книги одновременно, обычно это художественная литература и что-то из сегмента психологии self-help. Они как будто начинают бороться за ваше полноценное внимание, и на самом деле одна всегда побеждает в какой-то более глубокой заинтересованности. Сейчас, во-первых, я читаю рассказы моей любимой писательницы Дафны Дю Морье. Для меня ее произведения — это всегда хит. Я читаю их взахлеб. Это такие, знаете, психологические триллеры с налетом мистики. Я нашла сборник, который еще не попадал в мои руки. Хотя, если подумать, я вру. Когда-то он попадал в мои руки. Много-много лет назад я подарила именно эту книгу Ильясу и нашла ее у него дома. Официально я никогда не рассказывала вам этого, но самые внимательные заметили, что мы с Ильясом на самом деле знакомы уже очень-очень давно. Наверное, больше 7 лет. Раньше мы были в одной компании здесь, в Екатеринбурге, мы дружили. Но на тот момент я была в других отношениях, потом жизнь совершенно развела нас в разные стороны. Я уехала в Петербург, он уехал на Бали. И мы снова встретились первый раз за долгое-долгое время в прошлом году, накануне моего дня рождения. И произошло то, что произошло, поэтому, черт возьми, ты никогда не знаешь. Возвращаемся к книге. Я читаю ее, и вместе с тем я читаю книгу под названием «Поток». Скажем так, в последнее время я не слишком доверяю self-help-сегменту на полках магазинов, потому что там очень много разных вариантов. Очень много мишуры и очень много книг, которые я называю пластыри. Это книги, которые в моменте дают тебе ощущение вдохновения, ощущение силы, но это длится ровно один день, просто потому что их написали достаточно хорошие спикеры, но при этом они несут за собой каких-то глубоких знаний, которые действительно способны трансформировать твой быт и твою жизнь. Поэтому если я нахожу что-то стоящее, я всегда рада поделиться. И эта книга, на мой вкус, стоящая. Речь здесь идет о давно известном нам «Как научиться контролировать свою реакцию, свое отношение к событиям, а не сами события».
И все под довольно научно-исследовательским соусом, но при этом доступным языком. Я не могу официально суммировать ее, так как еще не дочитала. Но здесь определенно есть ряд тем, которые зацепили меня буквально с первых страниц. Здесь исследуется тема радости жизни. Искренней, неподдельной радости жизни, когда человек может говорить о себе как о счастливом человеке. К сожалению, большинство из нас, включая меня саму, с возрастом склонны терять вот этот вкус к жизни. Потому что мы растем, годы идут, и те чудеса, на которые мы рассчитывали когда-то, они так и не случаются с нами. И та жизнь, о которой мы мечтали, она так и не случается. Хотя по факту это самообман. Просто наш фокус немножечко или сильно сбит в неправильном направлении. Потому что если мы не берем удовольствия сиюминутные, такие как путешествия, еда, шопинг, сериалы, есть понятие радости, настоящей, искренней, неподдельной человеческой радости. И насколько я поняла, по результатам исследований, человек испытывает именно такой тип радости, исключительно превозмогая себя. Самое важное – это управление нашим вниманием, умение концентрировать внимание на достижении цели. Людей, которые обладают этим навыком, отличает и умение наслаждаться жизнью в том числе. Именно то, на что мы направляем свое внимание и обогащает нашу жизнь. Или наоборот, делает ее пустой. Мне кажется, если ты хочешь повлиять на свою жизнь и раскрыть ее в определенном направлении, порой приходится тренировать одни и те же вещи каждый божий день. Иногда это мышцы, иногда это то, что происходит у нас в голове. Если говорить об одежде, сейчас я определенно одеваюсь в пользу удобства. Мне все еще нравится выглядеть мило и своеобразно, но, знаете, я не хочу ничего капризного. Мне не нужна одежда, которую страшно запачкать и не отстирать. Мне не нужна одежда, которая сковывает мои движения, или одежда, которая мнется или плохо проветривается. Я бесконечно соскучилась по цвету, я соскучилась по миксу разных оттенков, и чем больше, тем лучше. Эта поездка определенно научила меня жить с ограниченным количеством вещей, потому что изначально я дала себе слово не покупать ничего просто с целью купить. Я хочу исключительно обдуманных и каких-то, знаете, здравых покупок, которые действительно пригодятся мне. И моим ключом к тому, чтобы не заскучать, были аксессуары. Это какие-то кепки, повязки, украшения, цветные носки. Они действительно работают, при этом они не занимают много места. Пока я была в Екатеринбурге, я нашла несколько милых винтажных вещиц, и AM Club поддержали меня отличной посылкой, которая действительно пригодилась мне, потому что я не была готова к такому лету. Последние годы в Екатеринбурге летом стояла жара до плюс 40 градусов. Это лето выдалось холодным, и, если честно, я даже не запаслась теплыми вещами. Например, вот этот коричневый свитер с косами от AIM я надеваю каждый вечер, когда заходит солнце, и мы идем разжигать мангал или просто посидеть у костра с бокалом вина. Мне нравится его а-ля винтажное сочетание двух оттенков коричневого. Я надеваю теплые гетры, мои кроссовки от Nike и буквально чувствую себя Джейн Фондой. При этом мне супер тепло и уютно, и, если честно, я просто не знаю, что бы я без него делала. На другой ноте, днем я предпочитаю носить какие-то легкие продуваемые брюки, если это не джинсы. Вот эти розовые винтажные фавориты сейчас. Каждый раз, когда мне приходится их стирать, это боль. Я просто жду не дождусь, когда они высохнут и снова будут в моем распоряжении. В восторге от цвета, они продуваемые, и вот эти спортивные материалы нравятся мне тем, что с них можно просто стряхнуть любую грязь и пыль. Это то, что я максимально ценю на данном этапе своей жизни и в тех обстоятельствах, где я нахожусь. Также у меня есть мой летний зеленый джемпер с косами. Совершенно идеален под текущую такую переменчивую погоду, и я могу повязать его на пояс или накинуть на спину. И просто надеть в тот момент, когда скроется солнце. Мне нравится, что в нем не душно, он не колется и не мнется. Это все мои требования к одежде сейчас. Вообще все эти своеобразные сочетания ярких и сочных оттенков мне очень откликаются на данный момент. Это то, что действительно учит меня не относиться к себе и своему стилю слишком серьезно. И знаете, мне весело от этой визуальной какофонии. Это то, что поднимает мне настроение каждый день. Где еще я могу так развлекаться, как не здесь? Еще раз хочу сказать отдельное спасибо AIM Club за то, что уже много-много лет они поддерживают меня действительно классной одеждой. Я всегда, знаете, безумно радуюсь крепким и стабильным отношением с брендом, которые проверены годами и проверены обстоятельствами, которые перерастают в очень красивую дружбу. Это
то, что я стараюсь создавать для себя, занимаясь тем, чем я занимаюсь. То, что важно в любой работе, это важно в моей личной системе ценностей. Так что да, мой маленький привет и воздушный поцелуй всей команде Имкло. Спасибо, ребята. Миллион лет я не делилась с вами своей любимой музыкой. Это то недоразумение, которое я хочу исправить сегодня. На протяжении всей поездки я слушала одного из своих любимых исполнителей. Если честно, я до сих пор не верю, что скрывала от вас факт его существования. Рэпер Марлоу, который создает такой достаточно олдскульный американский хип-хоп, очень ностальгичный, по крайней мере для моего мозга, совершенно потрясающей аранжировкой. Вообще, у меня есть привычка эмоционально подвязывать определенные события к музыке. И всякий раз, когда я слушаю трек, у меня всплывает определенное состояние, или чувство, или ощущение, какая-то эмоция, которая произошла в прошлом. Но иногда хочется просто слушать музыку с пустой головой. Марлоу нравится мне именно тем, что он не ассоциируется у меня ни с чем плохим и ни с чем хорошим. Это просто моя музыка. Моя и больше ничья. Она для меня не окрашена эмоциями. Меня просто качает бит, а бит там, поверьте, действительно хорош. Я оставлю вам список произведений, с которых я бы посоветовала начать ваше знакомство с Марлоу, если вы еще не знакомы. Собственно, так выглядит моя жизнь и мои интересы на сегодняшний день. Наверное, я хочу сказать пару слов о том, что будет дальше, но для этого, мне кажется, мне нужно сесть. Ох, так гораздо лучше. Знаете, ближайший год — это заключительный год Алисы в начальной школе, и это еще то время, когда школа не ощущается не то что столь важной, скорее столь сложной. И это последний год на ближайшее время, когда мы могли бы провернуть то, что мы с семьей решили провернуть сейчас. Весь следующий год Алиса будет находиться на семейном обучении, то есть она будет учиться дома. Мы с родителями запланировали несколько поездок, в которые они отправятся с Алисой, одна из них происходит прямо сейчас. Мы запланировали зимнюю поездку, в которую поедем я, Алиса и Ильяс все вместе. Кроме того, весь этот год она будет вплотную заниматься своим любимым делом, конным спортом. Это то, в чем она абсолютно счастлива. Мы арендовали ей лошадь. Я знаю, как это звучит, но поверьте мне, наверное, люди, которые сталкивались с этим спортом не хуже меня, знают о том, что это оправданный шаг, это в первую очередь финансово оправданный шаг. Ей сложно каждый день тренироваться на той лошади, которая свободна и доступна в клубе на данный момент. Она не может вывести никакую лошадь на соревнования, она каждый раз вынуждена приспосабливаться к новому жеребцу, и это очень сильно сбивает. Это как если бы вы каждый день садились за новый чужой компьютер. За аренду одной лошади полноценно под Алису мы доплачиваем не так много, но это безумно облегчает задачу ей, и это облегчает задачу тренеру. А на следующий год она, скорее всего, вернется к стандартному обучению, потому что ей, естественно, необходима какая-то структура, ей необходима социализация, среда сверстников. Но сейчас я хочу, чтобы она сфокусировалась немножко на других вещах. Пока у нас есть такая возможность. Я очень хочу, чтобы она посмотрела мир и погрузилась в другие культуры, получила новый опыт, при этом чтобы у нее была возможность сфокусироваться на любимом деле. Поскольку я знаю, что далеко не всем понятны и ясны мои решения, и некоторые, к сожалению, считают себя вправе критиковать мои действия, привязывая это к тому, что я слепо иду за мужчиной в ущерб интересам своего ребенка, я, наверное, первый и последний раз отвечу на все домыслы касательно происходящего. Если вы знаете меня хоть немного, вы, наверное, понимаете, что практически всегда в жизни я поступаю так, как считаю нужным. И я несу ответственность за себя сама, я несу ответственность за интересы и за благополучие моей дочери, поэтому о том, чтобы идти на поводу у мужчины, даже горячо любимого, здесь и речи быть не может. Все решения, которые принимаются мною, они принимаются в очень узком кругу моей семьи, то бишь тех лиц, на которых эти решения могут повлиять. Так оно и должно быть, и так оно и будет. Поэтому, если кто-то считает, что какие-то анонимные рассуждения о том, что лучше для кругозора и для стабильности моего ребенка, приходятся к месту или являются корректными, либо хоть сколько-то обоснованными, это огромное заблуждение, и отчасти это огромное самодурство. Я знаю, что я делаю, и мы все знаем, что мы делаем, и это тот вопрос, который касается исключительно меня и моей семьи, как бы грубо это сейчас ни звучало. Если мой папа
и научил меня чему-то, так это исследовать возможности, которые предлагает жизнь, и брать их. Искать альтернативные варианты помимо тех, что и так лежат на поверхности. Именно так мои родители сделали мое детство ярким, красочным, насыщенным. Именно так они расширяли мой кругозор. И это именно то, что я буду делать в воспитании своих детей тоже. Я очень надеюсь, что это расставит все точки над «и». И, ребята, я бесконечно люблю вас. Это касается далеко не всех. Это тот момент, который я должна была адресовать определенной части нашего сообщества. Потому что мы с вами, с некоторыми из вас вместе более 10 лет. И взаимопонимание – это тоже работа. И когда некоторые вопросы всплывают на поверхность, я не могу их игнорировать. Даже если приходится говорить не самые приятные вещи. Последний вопрос на повестке сегодняшнего дня – это, наверное, ряд проблем с YouTube. Ситуация непростая, поэтому я предлагаю рассмотреть все варианты, если у вас на уме есть какие-то платформы, на которые я могла бы дублировать свои видео, и там вам было бы удобнее их смотреть, пожалуйста, дайте мне знать об этом. Если вы собираетесь продолжать смотреть YouTube с VPN-ом, тоже дайте мне знать об этом, потому что мне нужно как-то ориентироваться во всем, что происходит сейчас. Чтобы в случае чего, я не знаю, у вас всегда был доступ к моим роликам. Я думаю, на этом я закончила. Мне нужно разобрать стол сувениров, которые мы привезли из этой поездки. Думаю, пока они под рукой, я могу показать вам, если вы еще не устали. На самом деле, я привезла из этой поездки не так много. По большей части мне почему-то хотелось покупать сувениры именно родителям, потому что мне очень хотелось как-то передать им наш опыт. Например, привезти чай и показать, что он растет конкретно вот на этой плантации, изготавливается вот на этой фабрике, где мы с Ильясом были. А вот эти фигурки сделаны вручную, и они продаются в единственном экземпляре в Королевском ботаническом саду. В общем, для меня осталось не так много места. Вот этих малышей я привезла со Шри-Ланки маме, несмотря на то, что они больше похожи на мексиканцев. Но я скинула ей фотографии, она сказала: «Хочу обоих». Не знаю, куда она убрала остальное, поэтому покажу вам то, что я купила для себя. Я нашла вот эти клостеры на Шри-Ланке. По-моему, это ручная работа. По крайней мере, они очень любят писать так. Мне так нравится клетка и вот это жемчужное покрытие. Я думаю, они отлично впишутся в мою квартиру в Петербурге и в том же магазине. Я нашла маленькую ложечку для соли или, может быть, специй, которую я тоже увезу домой. Это будет мое напоминание мне о Шри-Ланке. Две маленькие азиатские пиалы, которые я нашла прямо на настоящей барахолке со старьем. Я люблю такие штуки. Их можно использовать как на кухне, например, подавать в них оливки или орешки. Но мне кажется, они послужат в качестве шкатулок для моих колец и украшений, которые я постоянно раскидываю по всему дому. Мне хочется как-то упорядочить их, поэтому я забрала обе. Это может прозвучать странно, но я очень давно искала стакан для своих ручек и канцелярии, потому что сейчас они хранятся в каком-то одноразовом крафтовом стаканчике на моем столе. И вот этот я тоже нашла на барахолке. Он старенький, он грязненький, но я думаю, он подойдет идеально для моих целей. Он супер нейтральный, такой увесистый, качественный. Мне кажется, он сгодится для любого интерьера, даже для этого дома. В Боснии и Герцеговине в антикварном магазине я нашла вот эту картину. Я не знаю, она просто откликнулась мне, она милая и обаятельная. По-моему, неплохая находка. Опять же, мне кажется, это вписалось бы в родительский дом. Я люблю, когда картинки кажутся мне уютными. Эта картинка кажется мне уютной, и она добавит очарования в мой дом. Вот этот магнит, который я нашла на барахолке в Черногории, в городе под названием Бар. Это не то, что лучший магнит, который когда-либо был у меня. Я бы предпочла иметь его в качестве картины и повесить у себя на кухне, потому что это одно из моих любимых сочетаний цветов. Он ироничный и он очень стильный. Я обожаю вкрапления неоново-желтого. Жду не дождусь повесить это на свой холодильник. Я нашла еще один явно самодельный магнит, который, к сожалению, не добрался живым, но это не делает его хуже. Маленькая чашка из Черногории, и мне кажется, это все, что я купила. Можете себе представить? Вы вообще узнаете меня? Что ж, огромное спасибо за просмотр, ребята, и спасибо за поддержку всем тем, кто поддерживает меня в этот период моей жизни, период перемен и нестабильности, период, который понятен не каждому. Просто знайте, что я счастлива, и знайте, что мне очень нравится то направление, куда идет мой мозг сейчас. Я вас очень люблю, и мы увидимся в ближайшее время с влогом из этого самого дома.